Казахстанский боксер Геннадий Головкин расположился на 61-м месте списка самых популярных спортсменов мира по версии ESPN, сообщает корреспондент Вести КЗ. Лучшим из боксеров в этом списке стал американец Флойд Мейвезер-младший, который завершил карьеру. В общем списке он располагается на 14-й строчке. Далее идет британец Энтони Джошуа, 46-е место, мексиканец Сауль Канело Альварес, 58-е, Головкин, 61-е, филиппинец Мэнни Пакьяо, 63-е, и украинец Владимир Кличко, 74-е. Стоит отметить, что третий год подряд данный рейтинг возглавляет португальский форвард мадридского Реала Криштиану Роналду. На втором месте располагается американский баскетболист Леброн Джеймс, а на третьем аргентинский футболист Барселоны Лионель Месси. Топ-10 самых популярных спортсменов выглядит следующим образом. Первое место – Криштиану Роналду, Реал Мадрид, футбол. Второе место – Леброн Джеймс, Кливленд Кавильерс, баскетбол. Третье место – Лионель Месси, Барселона, футбол. Четвертое – Неймар, Пари Сен-Жермен, футбол. Пятое место – Роджер Федерер, теннис. Шестое место – Тайгер Вудс, гольф. Седьмое место – Кевин Дюрант, Голден Стейт Уорриорс, баскетбол. Восьмое место – Рафаэль Надаль, теннис. Девятое место – Стефан Карри, Голден Стейт Уорриорс, баскетбол. И десятое место – Фил Микельсон, гольф. А у нас пока на этом все. Подписывайтесь на канал.